Всем привет, друзья! В сегодняшнем видеоролике я хотел бы показать вам, как можно в домашних условиях, то есть в данном случае на даче, ну, в принципе, и в квартире, изготовить бетон при наличии щебня. В принципе, щебень можно купить в мешках в строительном супермаркете. Раствора с песком получается, то есть цемента с песком и водой получается где-то 2/3 от ведра. Я точно не знаю, сколько это литров в ведро, возможно, где-то 20 литров, может даже и 15. Один из основных моментов – это то, что нужно убавить скорость оборотов, потому что при большой скорости камни начнут сильно разлетаться. Поэтому дрель должна быть обязательно с регулятором скорости. Вот, и фонтан в конце – это обязательное условие. Таким образом, получается вот ведро раствора, бетонной смеси, скажем так, достаточно жидкого, чтобы укладывать. У меня приблизительно пропорции такие получается. Один цемента, два с половиной песка где-то и три лопаты щебня. То есть, ну, 1/3 этого ведра – это щебень. И на это все уходит 2 литра воды, разбавленной с пластификатором. В данном случае зимним, добавляется он и для упрочнения бетона, ну и для того, чтобы он не замерз при похолодании. Хотя сейчас еще более-менее теплая погода, но ночью заморозки. Вот таким вот образом можно приготовить бетон в домашних условиях, вот в принципе даже в квартире, если кому-то где-то что-то нужно намонолитить, не имея при этом бетономешалки. Я вообще думал, что вот этот миксер, он не выдержит перемешивания бетона, щебня, но как я смотрю, уже довольно-таки много намешал ведер
И, в принципе, все целое. Хотя рассчитан он для клеев, там, я не знаю, для штукатурок, но, тем не менее, держится, выдерживает. Да и дрель, в принципе, тоже вроде бы и не перфоратор, но выдерживает такую нагрузку. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду снимать еще что-нибудь интересное, если будет возможность. Вот, всем пока!